Мать. Вот у нас тут получается пустырь. А, ну по этому району давай отдельно проедем. Давай его снимем отдельно. Я ж тебе про это и говорю, что будем снимать отдельно. Это вот у нас. Это вот. Это у нас Кирова. Боль таская, если почему честно. Нет? Нормально. Это вот район, вот он, Кирова 21. Вот у нас дом классный. Поехали ниже, да. Вот по Кирова поехали. Вот это целый микрорайон. А здесь у нас дома развалины вообще. Вот он, капец. Кирова. Тут Женька Деньгов жил, 19. Денис, кстати, Виру жил. Раньше которого жил. На войне убило. Вот эта больница была инфекционная здесь. Вот. О котором никто не говорит. Видно, да, там где? Вот инфекционная. Да. Я говорю, здесь, вот здесь, где пятак, здесь вот пустырь, здесь была больница, поликлиника детская, поликлиника взрослая. Там дальше общежитие судостроительного завода. Судостроительного завода не стало, общежитие стало не нужно, поликлиника стала не нужна, больницы стали не нужны. Ну что, людей не рождается, только умирают. Вот была больница, вот это была больница, дальше вот. Это была больница. Это классная была больница. Кирова 13, Портовская. По-моему, да? Портовская больница. Ну, порта не стало. Порт, вернее, маленько что-то есть, но, короче, не порта стало. Порта нет. Вот. Можно сказать. Больница не нужна, грязи лечебница. Нафиг, ничего минус. Так, ну мы вот этот квартал взяли, записывали. Смотри, вот школьная, этот, школьная 203. Давай, вот я его сниму. Поехали, вот. А вот. С Кирова мы на школьную. Ага. Школьная 203. Вот снимает это, вот этот микрорайон. Надо было как-то потом с другой стороны, чтобы у тебя... Но с другой стороны я хотел то снять, а не получилось. Нет, мы то отдельно. А, это автобус получился, снимаем. Здесь вот, здесь по сути, вот дальше что, еще так, школьная. Школьная, какое это у нас? 199. Вот это такой микрорайон, он включает в себя что-то порядка 15 домов. Школьная 197, школьная 195. Переходим, значит, на Башняка. Я просто не могу. На Башняка. У тебя дальше через крышу ничего не видно. Вот же Башняка 18, вот он. Башняка. Дальше погнали. Вот он по Башняка. А тут пустырь. Тут пустырек уже. Здесь уже дом развалины. Один пахнули. Я помню, таксовали мы в каком году-то. И у нее этот дом еще был. Развалина. Вот этот дом давно уже развалина. Вот этот вот башнякашный. Хороший был дом. Тоже у меня с ним связаны некоторые воспоминания жизненные. Но нифига не это, не развалился сам. Нет, ну видишь как, да, его так 22. Достаточно, да. Ну вот, теперь опять на Луначарскую выходим. Вот он, дальше снимаю, на Луначарскую. Вот он у нас пустырь. Вот здесь уже, наверное, будет парк. Парк культуры и отдыха. И имени, отдыха. Я не знаю, кого вон там, как будто бомба попала. Но я надеюсь, что не имени Зеленского они хотят тут сделать. Я уже не знаю. Знает, сейчас... не дай бог, конечно, не дай бог. Ну все, вот он район, мы его очень объехали, показали. Вот Луначарская. Это и опять на жопа. Кирова сворачиваем, где мы вот, собственно, начинали его показывать. Все, на телегу куда-нибудь его загони, чтобы он этот прошел. Сам загонишь. Все, выключай. Давай еще один райончик возьмем.